Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит с районной администрации такой зампредседателя БУД Дмитрий Валерьевич. Ага. Анатолий, там смотрите, вы на сайте вывешивали, что свет там не горел. Вот тот один столб на фотографии показан. Да, смотрите, сегодня мы сделали временно, потому что, объясняю, вот эти столбы бесхозные, они раньше освещали котлован на том месте, где сейчас парк сделан. Поэтому вот этот столб мы осветили там за счет джека, будет джек включать свет вручную и оставлять. А потом буквально постараемся в кратчайшие сроки, или в конце этого года, или в начале следующего, мы сделаем проект и подключим эти все столбы, 4, что там вокруг парка горят. Ну да, да. На данный момент, смотрите, этот столб мы сделали освещение сегодня. Поэтому я вам просто вот рассказываю. Спасибо. Там глянули. Да. Я видел, я следил за работой. Да, спасибо. Я хотел, может быть, благодарность, при, ну, как бы там, в письменном виде, там, надо написать. Ну, можете на сайте, если хотите. Единственное, вечером проверите, тогда можете написать. Ну, я так понимаю, что будет синхронно включаться с фонарем джека, да? Да, будет выключателем от джека выключаться вручную, потому что... Если вы видели, там же непонятно, когда-то, 4 года назад он горел. Да, я помню, что горел, да. Да, ситуация в том, что это же когда было основание джеки, он от джека горел, я заставлял их делать. А потом же, когда была вот эта вся ликвидация, там непонятно, или ветром этот кабель сорвало, или его украли, ну, очень там непонятно. И оно же, получается, не освещалось и особо никому не было нужно. Ну, но как бы надо было нужно вообще на самом деле. Это просто у нас люди такие, что привыкли, что ну раз нету, то и нету, там как бы не ждут. Ну, Анатолий, я живу, ситуация, ну, не все так просто, тоже пришлось подумать, понагибать там всех. Поэтому там 30 метров кабеля кинули, с ЖЭКом, ну не с ЖЭКом, а с нашим МИСТом договорились. От них временно взяли подключение. Я еще раз повторяю, что автоматики нету, вот если было там реле времени. Вот я облазил везде, не могу нигде найти. Ну, чтоб так, временно кто-то поставил. Ну, поэтому сейчас оно включается вручную ЖЭКа. Конечно, с одной стороны, плоховато будет, что оно и днем, наверное, гореть будет. Я постараюсь, чтобы они в субботу, воскресенье кто-то выходил, выключал днем. Все-таки сэкономят. Не, ну, конечно, да. Ну, желательно. Ну, чтобы вы понимали, что оно каждый вечер будет включаться. Спасибо большое. Да. Все, Анатолий, до свидания. Да, спасибо. До свидания. До свидания.